Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи. Очередная карта из альфа-теста Версуса. Ну, играем мы, естественно, Верминтит второй. Ну, как естественно. Давайте. Тире-тире-тире-ти-пам-пам. Все сгорите, сгорите! Так, что там у нас? Так, где вы там бродите, а? Блин, вас все четыре. Добили, да? Так, бомбис, конечно же. Куда же еще? А, собака, ты нашего кретенуша убил. Здесь... Я как-то далеко, далеко. Давай-ка. Наша. А надо бежать, 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 бежать надо. А ей... Зараза. А, опять взял этого. О, прикольно. А, смотрите, какая хрень. Нет. Так, ну что за фигня-то, блин? Карта незнакомая, непонятно, что тут вообще как-то. Что? Так, ну что, метатель варп огня, да? Там у нас. Подземная империя победит! Слушай, ну хорошо, хорошо. Но правда коридорное все такое, но тем не менее. Ну это хорошо. Или плохо. Ну, для этого мы и балансим карты. Альфа-тест проходит. Ну как они переделывают все? Это же практически новая разработка, считай. Ох, ох, что это мне понадавали такое, а? Где тут? Ладно. Молот.
Это у нас снаряжение-то дайте какое-нибудь. Молотки какие-нибудь, не знаю. Тут вот, да. Окей, хорошо. Ладно, бог с вами. Попробуем, чё. Надо просто выпить зелье и побежать. Зараза, прямо меня. Кинул. Нас. А! Эй, блин, да. Какие-то палки, шмалки, да? Ну да, 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 хорошо, я понял. Не пучкуемся. Блин, вы бесите, да? Пипец какой-то. Жесть какая-то, я не понимаю. Как какая-то лажа начинается, так сразу же просто по-жесткому тебя вырубает из игры. Давайте продолжим. Я не помню, что это было, но, допустим, временное здоровье. Вот давайте вот это подтвердить. Returning Alpha Test. Типа Red. Ну да, меня сейчас убило, конечно. Нет, 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 нормально. Да, 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 посмотрим, посмотрим. Они починили одно. Ну испортили все остальное. Это пипец. Они, походу, решили немножечко подчинить код, все испортили. Ну да, давайте, давайте, что это такое? Где это? Вот там, вижу, бегает. Фига себе! А, не, нормально. Идем спать полчаса. Так. И тюрьма.
Опять потеряно. Давайте еще раз. Смотрите, по-новому немножко сделали, как будто сверху. Ты понимаешь, что там будет какая-то башенка или что-нибудь в этом роде. Я в ту же сессию меня закинет. Ой, что вы делаете? Где мы тут находимся вообще? Где там кто там? А, блин. Блин, там хотя бы увернуться можно было, а тут вообще как ничего, никуда, никак. Верните меня на землю. Господи, как она долго. Зона пулеметчика, блин. Пулеметчик. Блин, не та. Да блять! Гребаная стена. Да блять! А где спасибо? Вот спасибо. Что-то все. Да. Опять потеряна связь с создателем. Вы что, издеваетесь? Что у вас за код такой? Присоединиться можно, доиграть до конца невозможно. Да. Раньше мы у нас тут был приход. Что-то не поменяли, да, поменяли. Здесь дырка. Нет. Нет, не работает.
где моя арка? Так, ну что ж, я, наверное, паузу сделаю, и тогда вернемся прямо в игру. Ну вот, понеслась. Опять дерна истина. Ну как? Опять. Снова. Это просто какое-то. А нет, смотрите, что-то там. Давайте, побежали. Прайер, Решада и Урка. Прайер, Урка и Решала. Пойдемте. Посмотрим, как оно сработает. Да, хлорин. Окей. Вожак. Английский, конечно. На первой стадии. Ложи сюда. Давай, я к тебе. Go, main slate. А нет, нормально. Вы видели? Это просто какая-то паноптика. Нет, ну если так будет продолжаться, я вот прямо вот сейчас вот и останавливаю все это дело. Ну нахер. Давайте поиграли. У вас компания работает через жопу. А вот тут еще Versus имплементируется. Не успел. Нормально. Так, я вот понял, что такое. Где у вас там? Где вы там? О, желчный тролль. А, давай. О. Yes,
Пипец. Вы видели это? Вы видели? Нет, вы видели. Это просто какой-то... А, хорошо, хорошо. Я говорю, в последнее время, как только начинается какая-то жесть в игре, сразу же все плохо. Как бы тебя выкидывают просто на раз-два. Код не способен обработать как будто количество людей, то есть количество NPC и людей одновременно. И... Бля, думаю, что... Да, следующий. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Время не ждет, время не вода. Или наоборот. Да. Ну что-то как-то. Не сильно удачно. Отлично поиграли. Молоты и черепа. Skulls and hammers. Ага. Ну ладно. Ну сейчас же должна быть вторая сессия, правильно? Да. Ну ладно. Будем, да. Крыса, крыса. Стоять нельзя, нет. Ой, ой, куда меня закинул? Давайте, выходите вот. Отваливать, просто отваливать надо. Ай-яй-яй, как ты вы меня видите, блин? Ой-ой, а, собака! Я вас всех расстреляю, собаки. Что это такое, блин? Это было забавно. У нас всего двое. Окей. Ай, блин, я ж не возродился. А, блин, где тут возродиться-то можно? Вообще не работает.
Да что я здесь делаю? Да, забейте ее нахуй. Ты эльфийка просто какой-то. Жму. Я просто кинули. Ай, блин! Да что ж ты... Ассасин такой просто никакой вообще, пиздец. Когда им надо... Как одноразовый. Не того. They have reached their objective. Stop, Slade. Yes, good shot. Push cold. Да блин, где вы там? Это Киритика. Отстает, конечно, отстает. Нифига, мы не выиграли. Еще надо дойти до конца. Где все? Где все? Куда? Откуда они идут? Сюда, да? Мечики у нас. Да. Знаешь, что-то нам с банда к банде не приходится. Блин.
Носки. Вожак, вожак. Еще раз. Да блядь, муха. Мадрид, Мадрид, а? Нормально, пошла игра, пошла. Сейчас, правда, за героев начнем, что-то будет отваливаться. Ха-ха-ха. Ну что? Что там у нас? Все нормально. Пойдемте. А, стой, 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 стой. Талантик. Талантик-то надо поменять. Стеночка хороша. А где таланты? Где мои таланты? Ядрит Мадрид. Ладно, пошли. Собака. Что ж вы, блядь, все уходите? Я понимаю, что... Ясно. Yeah, try this one.
Потерялся. Потерялся. Сейчас добьют, ай, добьют. Ну, мало ли что ты там запрещаешь. Ну, он такой кричит: ты не умрешь, Крубер, я тебя запрещаю. Рейтинговой системы здесь не хватает. Потому что в ПВЕ сложность становится таким рейтингом. Ну, как бы, градация тех, которые уже научились играть, и тех, которые не научились еще играть, или достаточно. Вот. Здесь просто всех вместе закидывают и как-то... И как-то вот так вот. Как-то. Такие дела. Да, надо, кстати, рамку портрет менять, а то как-то. Таланты, что там у тебя с талантами-то? Длительные. Ладно, небольшая пауза. Продолжаем нашу трансляцию. О, я первый, отлично. Что я выбрал? Я ей в последнее время играю, пускай она будет. Ничего.
Васала, фраер. Тиверт, блин, сейчас выкинет нахрен. Так, надо как-то их отключить. Вот домишко. Прикольно здесь какие-то. Гоблин по мне стреляет. Нет, я, ты все-таки факи. Блин, не успел. В смысле, это долго слишком получится. Пока непонятно, где он может съедать. Ладно, это было самонадеянно и глупо. Неправильное место для таких вещей. А, надо было еще вот эту взять. Глободира брать. В любой непонятной ситуации бери глободира. Да блин! Ты невидимки, ёпрасота. Два, один. Это был слишком наглым. Ага. Два базира. Этот можно подняться куда-нибудь. Отличное место. Empty the warrens, lose the vermintide, swarm fool things!
Да, блядь. Кто? Кто? Собственно, как кто любил? Где мышка? Куда они идут вообще? Что, мне только... Да, только один чувак остался. Тогда понятно все. Все понятно. Да! Ну и что мне с этим ничем делать? Куда? Куда вы идете-то? А. Как так? А, блин, все поменялось, непонятно, куда они идут вообще. То есть вы сюда идете, блин? Ну, здравствуйте, пожалуйста. Как это прекрасно. Ну, давайте, последнюю. Райдию. Снарягу какой-нибудь.
Давайте попробуем, что там у нас еще по талантам. О, ничего не раскидано. Ху-ху-ху. Удар в спину. Скорость передвижения на 20. Давайте вот так вот попробуем. Угу. Так, пауза небольшая. Попробуем найти что-нибудь. Что-то найдено. Мишка, мишка. Посмотрим, попробуем, как оно работает. Ну и бот. Боту можно было бы и не делать отсрачку. У них тоже. А, нет, это наши. Я перепутал. А у них тоже 3 на 3 получается. Охотник, да, прислужница, и тоже боевой маг, любит боевого мага почему-то. Я даже не знаю, куда здесь приткнуться. А еще больше обидно, что тут же нету опыта. То есть даже чел, который хотел бы, может быть, где-то там поиграть и там. Я пока не знаю, как это работает, но тем не менее. Это такое. А тут надо подальше, подальше надо. Это поле у вас рваное, да? Никто не заделал дырки. А, нет, никогда. Зараза. Ладно. Ну, блин, как ты? Нормально. Поехали дальше. Что это такое по фану? Ай, блин, не туда.
Да блин! Вон, Пексус, блин, какая-то же кумбурзая. Хорошо. Так, блин, где это, где? Вот она. Да бля! Эй, блин, да что ж такое-то? Пексу, мы тебя найдем. Да блин, где вы там? Да блин, как ты скрываешься-то вообще? Что за фигня? Да блять, как вас вообще догнать-то? А кто умудрился словить-то? Где Пексу? А вон Пексу. Нет, Пексу, ты не пройдешь. Просто такая панда. Все такие. Все за ней. А вот чуть быстрее бегает. Отлично. Да блин, как ты здесь оказываешься-то? Просто на ровном месте прислужница такая. Ладно. Телепорты эти магические. Она еще быстрая, зараза. Ну, наконец-то. Убить эльфа! Убить эльфа!
Ну да, блин, поубивала мы наших крыс. Поехали. There's a potion. You can rely on me, Jory. Палки ломаются. Давай, отходи просто. Просто отходи, нечего там делать. Хорошо. Аптечка. Кого убили? А это уже убили. Ну понятно. О, здравствуйте. Блин, а? Бля. Это было не очень хорошо. Ну что делать, бывает.
Давайте идем, идем, идем. Дальше. Ну что же, второй раунд. Тут бы. А где бы тут скрыться-то вообще? Вообще непонятно. И не подождать тогда не надо. Респавниться. Подождать, пока непонятно, что с твоими делать тут. Чего так далеко? Я сам, конечно, убежал туда, но тем не менее. Да уходите, уходите. Окей. Ну, неплохо так покосали. Не то чтобы сильно. Да бляха, муха! Да блин! Твою мать, ну что ж ты такое, чуть-чуть не дожал и... Тебя сразу сбросило все. Как я ненавижу эти систему отраченного огня. Ну кто так придумывает, блин, бесит, реально. Наша команда отстает, ядрит, патрит. Или подожди, не отстает. Или я не понимаю. Как это у вас подсчет очков работает? There's a potion, probably poisoned, but there it is. Наконец, к нормальному хосту попали. Гребаная лестница, отпусти меня. Да, блин. Так, нет, help, нет, help, чуваки, блин. Да бляха-муха. Exiled camp.
Идем дальше. Оу. Ты вместе разом? Да блин, сзади. Да что? Отходим, блин, эти злые. Нахер. Да. Уже бежал. Ну, ладно, хрен с вами, блин. Сейчас опасно, вот опасно. Да блин, блин, сиена твою мать. Да просто всех разом накрыла. Красавчик, да. А, почему? Почему наша команда отстает? Потому что они дошли один раз? Ну, походу так. Ну что ж, как-то так. Спасибо, дорогие товарищи, что смотрели. Лайки, подписки, шары. Вы увидели все, и проблемы, и приколы, и в том, то состояние, в котором находится Versus. То есть, играть можно, но пока что это такое, даже не знаю, как-то более фановая штука, нежели какая-то серьезная дисциплина, скажем так. Да, ну, в общем-то, как и цельная. Но, в общем-то, оно создает челлендж и командной игре тоже, потому что нельзя просто так взять и бегать в одиночечку, хотя вот... Некоторые эльфы доказывали. С ассасином есть проблемы. Или не знаю, это особенности дизайна, как черт его знает. Ну, короче, вы все видели. Играть можно, играть весело, но больше, чем веселье, пока что ожидать не стоит. Как бы это даже не, особо не интегрировано в основную игру, как бы с точками вот этих ачивок и с точками... набирание опыта, то есть как бы вы поиграли, от этого ни холодно, ни жарко, у вашего персонажа прогрессии никакой не будет. Вот. Ладно, все, спасибо, увидимся в другой игре, ставьте лайки, шарьте и так далее, пишите чё да как, и в общем-то помните, что это вам приятно, а мне полезно, и в общем-то как-нибудь увидимся еще. В этой или в другой игре. Все, пока.